Секреты барханов. Найдите несущие. Только смотри, не умри. Я пишу этот дневник в клетке. Меня и остальных изгнанников везут в пустыню, где мы проведем остаток дней. Судя по раскаленному воздуху, мы почти на месте. Наконец-то закат. От невыносимой жары у многих начался бред. Один из наших особенно плох. Он все время говорит о храме на юге, где все изгои найдут убежище. Вряд ли бедняга переживет эту ночь. Ночью солдаты Джек Розетта напали на наш лагерь. Многие из нас уже были обессилены, и ни у кого не было оружия. Мне еле удалось отбиться, но остальные выжившие разбежались и потерялись в песках. Теперь каждому из них придется выживать в одиночку. Я не протяну долго без еды и воды. Весь день ходила кругами, а потом поняла, что у меня нет выбора. Придется довериться бреду сумасшедшего. Пойду на юг. Может быть, там и правда есть убежище. Чем могу помочь?